привет всем, кто следит за миром шоу-бизнеса. В эфире программа «Ньюстайм». Меня зовут Инна Стан. Прямо сейчас погружаемся в актуальные события. «Ньюстайм». 13 июля при информационной поддержке Bridge TV пройдет международный музыкальный фестиваль «Усадьба джаз». Open Air отпразднует свое 16-летие в Санкт-Петербурге. На фестивале в этом году выступят Сансей, группа Сплин и многие другие. «Ньюстайм». Риз Уизерспун купила дом за 6 миллионов долларов. Звезда фильма «Блондинка в законе» приобрела 2 акра земли в Малибу. На территории расположен большой особняк, конюшня и гостевой дом. «Ньюстайм». Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. «Ньюстайм». Небо на ладони. Один из главных романтиков нашего времени, певец Сосо Павлиашвили, 29 июня празднует свой юбилей. Артисту исполняется 55 лет. В этом году Сосо Павлиашвили также отмечает 30-летие своей карьеры, хотя с музыкой певца связывает гораздо большее. Уже в 6 лет артист освоил скрипку, а в армии руководил хором военной части. Однако по-настоящему музыкальная карьера началась в 89 году, когда певец победил на музыкальном конкурсе в Юрмале. Я приехал туда за победой, и я сказал, вот я еще раз повторюсь, если я не возьму гран-при, я не буду больше петь. Огромную роль в жизни Сосо Павлиашвили занимает и его семья. У артиста есть сын и 2 дочки. С женой Ириной певца свела музыка. Будущие супруги познакомились на студии. Пригласил себе в коллектив, потом познакомился с ее родителями. Потихоньку потом наши отношения уже через пару лет уже превратились в те отношения, которым сегодня дорожим до сих пор. За 30 лет Сосо Павлиашвили выпустил 11 альбомов и снялся в более чем 15 фильмах. Ведя активную гастрольную деятельность, певец готовит и новый альбом. В этом альбоме я хочу передать огромное спасибо всем тем великим, которые были в основном в 70-е годы, и которые воспитали мой музыкальный вкус. Ну а телеканал Bridge TV благодарит Сосо Павлиашвили за творчество и от всего сердца поздравляет артиста с юбилеем. В день рождения певца 29 июня в 21:00 смотрите концерт «Небо на ладони» в эфире телеканала Bridge TV «Русский хит». Здравствуйте, мои дорогие. Это я, ваш Сосо Павлиашвили. И вы счастливы, потому что вы смотрите Bridge TV. Всем мира и добра. «Ньюстайм». Видеосервис «Мегого» открывает увлекательный мир мультфильмов для юных зрителей. С 30 мая по 2 июня в Москве прошел детский фестиваль «Мультимир», на котором дети могли встретить своих любимых героев из популярных мультфильмов, поиграть с ними, а также при помощи родителей пройти веселый квест. Победители получили подарки, и в том числе от видеосервиса «Мегого». Каждому вручили подписку на бесплатное ТВ и кино. Теперь дети и их родители могут смотреть более 200 ТВ-каналов и 8000 фильмов, среди которых тысячи мультфильмов для разных возрастов и любимые детские телеканалы. И все это на любом удобном устройстве. «Ньюстайм». Друзья, на этом все. Не пропустите новости шоу-бизнеса в следующем выпуске программы «Ньюстайм». С вами была Инна Стан. Пока-пока. «Ньюстайм».